Кабачки, фрукты, листья салата – полезная, на первый взгляд, пища может нанести вред здоровью. На днях Россельхознадзор выявил в курских магазинах ряд продуктов, в которых допустимый уровень нитратов и пестицидов заметно превышен. Все они были завезены из Турции. Экспертиза показала, уровень содержания нитратов в турецких кабачках в 1,6 раза больше допустимой нормы. А в салате «Айсберг» и фруктах обнаружено значительное содержание пестицида ДДТ, запрещенного в России и ряде других стран. То есть эта продукция выращена на территории там даже нашего региона, это намного прозрачнее и проще определить. Потому что продукция контролируется, сразу путь следования очень близок, сразу можно это отследить и, соответственно, все документы. Что касается турецкой продукции, прошедшей там не одну границу, прошедшие территорию таможенного союза и перепроданную на территории Российской Федерации несколько раз, конечно, отследить ее качественные показатели представляется намного сложнее.